В Уральске во второй раз распахнула свои двери школа государственной службы «Жанатала». При поддержке Департамента агентства по делам государственной службы в настоящее время школа обучает талантливую, одаренную молодежь с последующим привлечением на работу в государственные органы. Школа государственной службы является мостом между перспективной молодежью и государственным аппаратом. Основной целью школы является подготовка компетентных, высококвалифицированных специалистов для работы в государственных органах. Имеющие опыт работы сотрудники читают молодым людям лекции, прорабатывают с ними разные ситуации. Здесь отбор делается именно на качество государственных служащих по таким критериям, как добропорядочность, стрессоустойчивость, ориентация на потребителя, ответственность, инициативность. Вот такие базовые качества должны соответствовать отбираемые кандидаты. Отбор в школу государственной службы проходил в два этапа. Первым стала подготовка документов, вторая – написание эссе на заданную тему. В конкурсную комиссию вошли профессор областного филиала Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан, председатель Совета по этике, специалисты молодежного ресурсного центра, представители государственных органов. Тестирование проводилось и по правовым актам. Видите ли, строятся различные школы, дворы, спортивные комплексы, социальные объекты. Все это, все программы и стратегические документы готовят государственные служащие. Нигде просто так не строятся социальные объекты, нигде просто так не делается дорога. Для этого вам нужны знания. Тугжану Тепкалиеву учил в Западно-Казахстанском государственном университете имени Утемисова по специальности юриспруденция. Бывший студент недавно стал молодым специалистом и уверена, что школа – прекрасная возможность для нее. Первый президент Республики Казахстан определил этот год как год молодежи, и это дает молодым людям много возможностей и поддержки. Я прошла отборочный тур и была зачислена в школу государственной службы «Жанаталап» для привлечения талантливой молодежи на государственную службу. Я очень рада. Мне эта школа понравилась тем, что во время учебы проводятся разные тренинги, мастер-классы и экскурсии. В школу могут быть зачислены студенты 4-го курса. Из 105 претендентов к тестированию были допущены 84. По окончании обучения им будут выданы сертификаты, благодаря которым они смогут пройти практику в государственных органах. Таким образом, планируется привлечь в госструктуры как можно больше молодых людей. Екатерина Шмидт, Рустем Ищанов, Алтынбек Кабделов, телеканал Ак-Жайык.